Эми, сними с меня наручники. Так, мне нужна полоска ткани где-то с фут длиной, подойдет любая. А, забудьте. Ривер, возьми один конец, оберни вокруг ладони и протяни мне. И что мне делать? То, что тебе говорят. Мы сейчас в зоне боевых действий, так что подойдет укороченный вариант. Капитан Уильямс, скажите согласен и с радостью отдаю. С чем? Просто скажи это. Прошу. Согласен и с радостью отдаю. И ты скажи то же самое. Мать невесты. Согласна, и с радостью отдаю. Сейчас, Ривер, я собираюсь прошептать тебе кое-что на ушко, и ты должна запомнить это крепко-накрепко и никому не говорить, что я сказал. Я только что сказал тебе свое имя. Ну вот, Ривер Сонг, Мелоди Понд. Ты женщина, которая вышла за меня замуж. И жена, у меня есть к тебе просьба. Мир умирает, и это моя вина. И я не в силах выносить этого ни дня больше. Пожалуйста, помоги мне. Другого способа нет. Тогда ты можешь поцеловать невесту. Я сделаю это хорошо. Уж постарайся. Ты прощена. Всегда и полностью прощена.